3, 4, 1, 2. Не, а вот это нет такой темы, вот то, как ты вот как-то делал там чуп-чуп, как-то вот это, ну как ты мне вот делал там что-то такое. Ну вот наш с тобой та-та-та-та. Ну да, в принципе. Смотри. Ну да, нормально. Я начинаю путь. Пусть это будет так. Знаю, что решено. Я убегу и все. Прошлое только миг. Пронесшейся буквой ё. Я бегу туда, где светят звезды. Не угнаться вам за мной, за моей мечтой. Я бегу туда, где светят звезды. Не угнаться вам за мной, за моей мечтой. Давай вторую часть припева перепоем, не очень. Куплет или припев? Припев вторую часть сейчас. А, все. Я тебе концовку первой части включу, и ты дальше вступишь. Тише основного, просто будет как бы. Ветер развеет прах, я начинаю путь. Как-то так. Я еще не пробовал, но у меня какая-то идея такая. Сбитка, поехали. Костян, ну смотри, ты начинаешь, будет, все будет, уверенно, все будет хорошо, давай. Так решил, да, в этот раз? Мне кажется, мысли где-то летают как-то, что-то такое. Мне кажется, не подходит вообще вот а это. А ей полноценно нет. Ну давай, может вокал включить основное. Давай, давай по строчке зафигачим. И ну, например, там, да, первые две там споем и посмотрим, хорошо это звучит или нет. Да, попробуем. Ну, вот ничего, да, только сейчас с этим. Ну вот и ничего так. Давай дальше, я в таком темпе продолжу. Давай, да. Это будет, да. Все, нормально спел, только поточнее с нотами. Я понял, все. Почище. Я понял, окей? Давай, да. Ну, хорошо, давай дальше. Давай здесь третью как-нибудь по-другому споем. Там, даже жена, я убегу и все. Ну, что-нибудь поменяем немножко, а то они такие одинаковые прям все получаются. Так, спеть вот наподобие, как ты показал, да? Ну, вот первая часть нормально все. Знаю, что решено. А вот эту сейчас поменяем. А. Я убегу и все. Ну что-нибудь, не я знаю, понял, там. Я понял. Мелодически, да, чуть-чуть ее изменить, понял, а четвертую опять такую я же. Понял, я понял. Знаю, что решено. Я убегу и все. Вот так, да? Ну давай, хорошо. Знаю, что решено. Нравится? Да, вроде нормально. Ну давай, тогда дальше поем. Последний. Да. Так, Костян, давай, знаешь, вот это «Я убегу и все» немножко почище все-таки споем. Давай. Точно так же спой, если нравится, но чуть-чуть потише. Хорошо? Потому что там коричневый нот на экране. Я поэтому и говорю, давай по-другие чуть-чуть споем. Я убегу, ты хочешь наверх, да? Ну да, наверх. Я убегу, все, ну такую какую-нибудь спой. Так, готов? Что решено, я убегу, все. Очень высоко задрал, но в принципе нормально спел. Давай, поехали. Что решено, я убегу, все. Не, повыше. Все, просто почище, ты ее перескажешь. Туда куда-то скаканул.
Все нормально, нотки, будет хорошо. Да. Того сейчас пуханем. Я только не пропал. Я ни туда, ни сюда. Я убегу и все. Сейчас, подожди. Давай я убегу. Попробую здесь где-нибудь вклеиться. Давай, готов? А, что я сейчас делаю? Мы не на рэп. Я убегу, пой, короче. Все, пой, как поешь. Давай, готов? Решено, я убегу. Ага, ну-ка. Я убегу. Сейчас склеим. По две строчки пишем. Готов? Слышал сейчас, что поем? Все будет хорошо. Опять такой же из этой песни. Да, одинаковый. Давай. Попробуем. Нет, там по-другому ты поешь. Все будет хорошо. Ты спел здесь. Сейчас смотри. Послушай свой. Готов? Угу. Начинаем. Все будет хорошо. Не надо, шоу, шоу. Ты здесь две ноты поешь. Угу. Ветер, ветер. Готов? Да. Все будет хорошо. Нарушен делаешь, Костян? Он просто не помнит, как здесь. Ок. Ты здесь? Все будет хорошо, да-да-да-да-да-да. Поехали. Шоу, понял? Не шоу, не шоу, а именно шоу. Вот эта фигня, поехали. Все будет хорошо. Нет, мы шоу, не надо. Все будет хорошо. Все, я понял. Повтори за мной. Все будет хорошо. Вот и все, поехали.